Вас приветствует магазин техники «Куплю все». У нас на продаже появился iPhone 13 Pro Max в таком красивом небесно-голубом цвете на 512 гигабайт. У данной модели в комплекте будет только шнур. К сожалению, коробочка не сохранилась. Коротко по внешнему состоянию данной модельки. Телефончик близко к идеальному состоянию. Сзади состояние идеальное, без каких-либо царапин, микроцарапин, потертостей. Почему говорю близко? Потому что вот на торцах есть небольшие потертости от чехла, еле заметные, вот здесь на рамке и присутствуют. И небольшие потертости у разъема снизу. Сам же дисплей в идеальном внешнем состоянии, без царапин, без микроцарапин и потертостей. Состояние идеал. Как я вам уже сказал, телефончик на 512 гигабайт. Данная моделька Ростест. Еще на гарантии по второму году до февраля 24-го получается. Потому что первый год закончился у него в феврале 23-го. До февраля 24-го он еще на гарантии по второму году. Состояние аккумулятора у данной модели 88% показывает на телефоне. На компьютере по программе показывает 90%. Батарейку держит отлично. Телефончик полностью исправный. Все функции работают идеально. Ничего не менялось, ничего не ремонтировалось в данной модельке. Такой вот красавчик. От компании Apple iPhone 13 Pro Max в небесно-голубом цвете Ростест на 512 гигабайт.